Такая вот она у нас работа. Котелок с большими патронами. Вот тут вот постелил, чтобы пыль не поднималась. Занавеску, шторку. И вот так вот мы стреляем, короче. Не выстрелил и убежал, а вот так вот приходится. Такая снайперская работа на весьма уже не снайперские дистанции. Противнику, кроме минометов, пушек, бронетранспортеров, БМП и танков, нам ответить, в общем-то, нечем. Пожалуйста, здрасте, вот, прилетела как раз мина. Вот, поэтому мы... Да, осколки падают на крыши. Еще летит. Пусть летит. Осколки падают на крыши, мы, короче, стреляем на дистанции вот километра. Сожгли дом, где выгрузили. С БТРа 7 человек загрузили, 7. То есть у них там перевалка была, вот он догорает. Надо еще разрушить вот эти, которые пониже, и которые справа. А что делать? Пока у них есть где цепляться за этот поселок, они здесь будут стоять. О, полетело. Разрушений будет все больше и больше. Поэтому вот, стреляем мы в основном не по живой силе, а разрушаем места, где они могут накапливаться, пережидать. Такая антиматериальная снайперская работа, короче. И патроны у нас тоже какие-то антиматериальные. Видите, да, трещина. Цинк открыл, если такие есть, просто весь цинк надо отстреливать сразу. Потому что испортятся, протухнут. Ладно, работаем дальше.